Это Game Pass. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала, которые хотят стать таким же умными, образованными, интеллектуально развитыми, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокола и все дела. Сегодня я вам покажу игрулю, которую добавили в Xbox Game Pass, называется SD Gundam Battle Alliance какой-то там, да? Вот, сразу показываю вам, сколько игрулька у нас весит, игрушечка весит у нас целых 25 кило 800 граммов, так... оптимизирован для Xbox Series SX. И запускаем первый запуск для вас, друзья. Если кто-то боится за спойлера, ничего не будет. Предупреждаю тех, кто не знает. Также, ребят, девочки, кто хочет купить себе игры подписки по хорошим ценам, обязательно залетайте. Первая ссылка в описании. Магазин Xbox Store Dreams для вас по лучшим ценам. Все быстро, красиво. И также вот видео на в подсказочке будет об этом магазинчике. Угу. Сейчас с вами узнаем, собственно, да, что у нас по локализации. Все принимаем. Так, есть ощущение, что у нас нету никаких субтитров русских. Так, нажимаем. Принимаем. Принимаем. Что за Battle Royale, интересно. Options, давайте заходим. Game. Что у нас? А вот sound и текст. Судя по всему, русского нету. Сейчас английский, да. Только английский. Все, теперь знаем, что нету у нас русского. Вообще ни в каком проявлении. Так, и также, ребят, девочки, кто хочет получить Metro Exodus бесплатно, разыгрываю на своем канале. Обязательно смотрите видос подсказочки для вас. Ну, давайте посмотрим, что это за игруха вообще, чтобы вы просто имели в виду. А, внимание, это какой-то... В далекой галактике. Времена Терминатор Возмездие Universe Online G представляет. Селективная коробка передач. Мистер MC Select. И также плеер Partour 2 и 1. Жена угорает там, смотрит, что я несу. Добро пожаловать, мистер G Universe. Привет, маленький мальчик. Я тебе расскажу про страшную войну, где пришли роботы-убийцы поработить всех нас, человеков. Один за одним они ехали на танки. Вели свои роботизированные тела к нашим домам, чтобы нас всех изничтожить. Но были Кизару невероятные войны, готовые сразиться со всеми. Их называли Терминатор имя G. И вот один из них также влез в шкуру этого негодяя. И хотел разобраться с этими роботами. Зашел, потому что у него щит. Рагнарёк, кричит он, потому что прошел на YouTube. God of War, Рагнарёк. Не, нельзя это пропустить, не, никак. Имано, я сделал ему Имано. Так, я чувствую, что я попался в бездну. Мои руки наливаются адовым... с адовой смесью глины. Ну что это такое? Сутатё, тебя размолотили. Ты где? Ты в параллельной вселенной, я чувствую тебя. Да, я чувствую, я здесь также нахожусь среди маленьких других человеков. Вот, я выберу его. Да, ты хочешь быть им, да. Короче, я сомневаюсь, что кто-то из вас будет скачивать эту игру. Алка Адонис. Ну, алка... Алка бутылка. Хорошо. Да, все приняли, да. Погнали. Алка Адонис. Алка на дне, когда уже все... Да, сюда сохранили, пошли.
Парень, не переживай, мы сможем вернуть тебя в твое тело, ты снова станешь мистер Терминатор G. Для этого тебе нужно просто делать все указания, которые мы придумаем. Мы даже специально на магнитофоне поставили эпичную музыку, слышишь? Это чтобы ты проснулся. Я постараюсь проснуться как можно скорее. Ты должен, ты можешь стать снова мистером Терминатором G. Да, я выберу этот ответ. Давайте, опустите меня в игру уже. Покажу вам, что это такое вообще, за что за дичь. Так. И настали тяжелые времена. Это почти как Игра престолов. Так же эпично. Мы должны держать стену. Видите эти высокие скалы по бокам? Горы, будем называть их так. Ты должен сдержать всех, потому что ты будущий мистер G, перчик. Да. Я буду. Все, сейчас погоним. Я могу даже летать. Главное рыльцам не упасть вниз. Он вообще, в принципе, может лететь. Камера. Музыка эта такая на фоне. Как будто какие-то советские мультики. Так. Ты должен сделать ему авокадо. Давай, кидай. Угу. На правый стик надо нажать, чтобы прицелиться на него. Как во всех соусах это было. Да все, давай. Все эти... Все ваши, это, подсказки, это для слабаков. Где? Давай, уже не убегай. Стой. Ой, фризила прям немного, нифига себе. С таким графоном она еще фризить умудряется. Обалдеть. А я туда не могу передвигаться, прикиньте. Я должен только быть в центре, судя по всему. Когда на тебя выходят два чувака, ты должен размотать их на кнопку X, понял? Понял. Нажимаю. Хит 6. 7, 8. Нагибаю пацанов, они даже не сопротивляются. Цыпа, цыпа, цып, цып, цып. Да умри ты, господи. Все. Я понял, они хотели, чтобы я зажал кнопку и ударил сильно. Все, разволотил его. Удалось, не? Все. Так, ты молодец, у тебя четко получается. Да, я чувствую свою силу. Я готов стать мистер Перчик группа G. Так. Курва, говорит. Такая курва. Прилетели. Короче, что-то мы куда-то идем и что-то проходим. Ну, я нажимаю на правый стик. А что вы хотите от меня? А, сверху они. Ну, я нажал. Так. А зачем мне А под... Мы даже стрелять умеем, прикидываете? Все, они начали сопротивляться. Что это за...
Блин, мне, конечно, не понять эту игру. Какая-то отчаянная дичь. Все полетели. Так, левый стик и Б. Ну... А, про щит она говорит, ага. Ох ты негодяй. Блин, самое смешное, что я не мог подойти туда. Так. Слушайте, вот там стена, не могу пройти. Что за бред вообще? Что за это за игра, блин? Мина, аккуратно, не наступи на нее. Вот она, зеленая. Все, ты красавец, давай. Давай, восседай, он кричал. Короче, я думаю, всем понятно, что за игра вообще, так? Никому не советую вообще. Если вы, конечно, хотите реально там знатно... Тихо, успокойся, игра. Если хотите реально знатно упороться и попробовать эту дичь, то да, скачивать. А так вообще не советую. Посмотрели все, русской локализации нет, какая-то непонятная японщина. Плюс нету вообще никакой локализации, на консоли притормаживает, я играю на Series X. Какие-то фризы, а там графика, блин, ну извини меня, как будто это была игра, ну ладно, 8-битная, уже не буду говорить. Это как будто игра с PS1 и просто текстурки улучшили ей. И она еще умудряется фризить. Ну, это какой-то смех вообще. Так что я никому не советую, это мое мнение. Все. Всем показал, ребят, девочки. Все, всех целую. До новых встреч на моем игровом канале. Всем пока-пока.